Друзья, спасибо вам за молитвы. Бог нас тут поддержит. Мы молимся и благовествуем здесь людям в Донецкой области. Вот. И ну, кто-то слушает, кто-то нет. И, конечно, много беды в этих краях. Но наш Бог всемогущий знает, через что должна пройти наша страна. Главное, чтобы множество пришло людей к Иисусу Христу. И мы к этому стараемся двигаться в этом направлении. Говоря Евангелие, делясь тем, что есть. Вот. Боже, благослови Украину, захисти нашу Украину от всего зла фашистского НКВДшного животного коммунистического. Військових поблагослови, захисти. Ім'я Отца, Сына, Духа Святого. Амінь. Амінь.